Лиссабонские дефиле – важное мероприятие в графике тех, кто следит за европейской модой. В этом году неделя моды в Лиссабоне проводится в 43-й раз. Организаторы пригласили стилистов, которые только начинают свой путь. Среди них Ольга Нароне. Она живет и работает в Лондоне. Ее специализация – ювелирные украшения. Как говорит сама Ольга, готовя нынешнюю коллекцию, она во много вдохновлялась северным сиянием. Свет, цвет, отражение, природа, струящиеся лучи. Я нашла тему таким образом. Потом второй этап – подбор материалов, чтобы точно передать настроение, мистицизм, волшебство. В этом смысле я себя не ограничивала традициями. Я использую и хрусталь, и оптоволоконный кабель. Александра Мура и Рикардо Прето, в отличие от Ольги Нароне, давно известны в мире моды. На их показах обычно бывает аншлаг. Тема коллекции Александры Мура – противоположность, которую модельер подчеркивала использованием ткани, особой манеры кроя вещей, представленных во время дефиле. А тема коллекции Рикардо Прето – женщина-воительница, отсюда широкое использование темы милитари, мотивов военной униформы и расцветок, которые напоминали армейский камуфляж.